друзья, 3 апреля. Такая интересная погодка. Смотрите, тут все освещено солнцем. Вон там все в тени вдали. И вот так вот бежит сейчас облако. И прям видно, как тень от облака вот здесь серая. Друзья, смотрите, какая красота! Абрикоса! Скоро зацветет. Уже раскрываются бутончики. Вон они, беленькие. Так что не зря сегодня так холодно, я вам скажу. Реально холодно. Ветер прохладненький. И это все рексик абрикоса цвести собирается. Так что все в порядке. Все по расписанию. Рексик, глянь, твой любимый дуб шатается. А под дубом обитает тот самый черный кот. Привет! Котейка! Здравствуй, хвост кошачий, да? Рекс, куда ушел? Смотри, твой дружбан. Черныш. Вот, как он противостоит ветру. Лежа! Ветер ему не страшен. Слушай. Ой, аж страшно. Слушай. Пойдемте-ка отсюда, от этого дуба подальше. Пошли! А то мало ли что еще упадет. Если не сам дуб. А сейчас, смотрите, по дороге бежит тень от облаков. Сейчас мы окажемся вот в этой черной полосе. Смотрите, как быстро. Ух, все, вот черная полоса уже прошла. Это ж куда-то бесследно исчезло. Рексик, мы тут с тобой пока ушли. Кот решил нас с тобой догнать. Видишь, сейчас встретимся с ним. Ну давай, давай, здоровайся с ним еще раз. Привет, Черныш! Тебя ветром не уносит ветром. А то мы тут боремся с ним изо всех сил. Да? Ух и ветерочек, да. Сегодня у нас веселая прогулка. Прямо с ветром и с облаками. Все, котейка уже угощается. У него сегодня рыбка на обед. Он это дело уважает. Все, Рексик, вон кот уже ест, так что пошли дальше гулять. Кота можем пока оставить, ему уже не скучно. Что он там ест? А что он там ест? Скажи, я тоже хочу такое, да? Друзья, а вот наша черешня. Смотрите, уже листики. Листики показались. Скоро они полностью пораскрываются, а там уже цветочки будут. И все будет. О, опять солнце. Сейчас окажемся мы в светлой полосе или в темной. Прям не знаю. Мы сегодня не успеваем за скоростями наших облаков. Рексик побежал. Пытается догнать черную полосу. Но она слишком быстро удаляется. Так что не успел. Он сейчас будет назад бежать. Давай. Молодец. Жо, против ветра. Друзья, смотрите, мы пока с Рексиком гуляли на солнышке. Вот уже чудо какое произошло. Абрикоса зацвела. Представляете, как на нее солнышко подействовало сегодняшнее. Так что, Рексик, я тебя поздравляю. Цветет абрикоса уже. Все, дело одного дня. Шо, пахнет чем-то, да? В общем, такой у нас сегодня 3 апреля. Ветреный денечек выдался, друзья. Желаем вам хорошего продолжения дня, успехов в делах. И будем с вами рады встретиться вновь в новых видео. Так, Рексик пока решил перекусить свежей зеленой травушкой. Ну, приятного тебе. Угощайся. Всем пока, друзья.